Доброе время! Привет! В этом видео я расскажу, как построить кабель, штепсель и одноразовую розетку. В роли штепселя у нас служат две entity. Это невидимый физбокс и Probe Dynamic модель, приклеенная к физбоксу. Дальше, конец кабеля на штепселе, keyframe rope, с именем и приклеенная к физбоксу. Второй конец кабеля, move rope, где в параметрах указан первый конец кабеля. Почти все. Теперь, чтобы кабель не растягивался, ставим прямо на место этого конца веревки Entity FizzLatchConstraint, где в свойствах в графе Entity 2 указываем имя физбокса. И наконец перетаскиваем гизма, якорную точку, от центра Entity до самого физбокса, чтобы создать воображаемый физический кабель. Готово! Тестим кабель и штепсель. Все хорошо, бежим дальше. Розетка. В роли визуального гнезда розетки выступает PropStatic модель. Далее используем обычный триггер-телепорт и инфотаргет, в который будет телепортирован штепсель во время присоединения к розетке. Плюс ко всему используем NVSpark для создания искры в момент подключения. Теперь подробней. Триггер-телепорт будет использовать именной фильтр, чтобы только штепсель мог телепортироваться в розетку. В свойствах фильтра просто укажем имя физбокса. И все. Теперь снова к телепорту. Из флажков интересуют только физобъекты. И напоследок output с команды. При срабатывании телепорта отключаем физику брашу штепселя. Далее отключается сам телепорт. Потом срабатывает искра в розетке. И последним включается свет на лампе. Все. У Light Entity не забываем выставить флажок. Первая примитивная розетка готова. Спасибо и удачи. Там отдачи.